Это канал «Просто о мультиварке». Сегодня мы будем готовить борщ с тушенкой. Лайки и репосты приветствуются. Неважно, будем говорить мы про борщ или про щи, очень большой минус при готовке – это возюканье с мясом. То есть, оно там, не забыть про него, подготовить, бульон отфильтровать и так далее. Но в нашем сегодняшнем рецепте этот минус мы вычеркиваем. Потому что за мясной компонент у нас будет отвечать готовая, но только хорошая свиная тушенка. И мы получим очень прям роскошный борщик. Это вот я вам обещаю. И при этом всего готовим в два действия, укладываемся в час. В общем, блюдо ого-го, одно из моих любимых. Итак, впереди нас ждут продукты, потом готовка, а в конце видео калорийность, белки, жиры и углеводы. И не забывайте, если ваша мультиварка несколько мощнее моей, желательно уменьшить время приготовления. Продукты для приготовления нам потребуются по 400 грамм капусты и картофеля, по 150 грамм лука и моркови, 200 грамм свеклы, одна баночка томатной пасты, соль, перчик, 30 мл растительного масла, 2 литра воды, лучше всего это будет пусть кипяток, и банка свиной тушенки, стандартная 338 грамм. По продуктам у нас все, впереди подготовка. Отправляем все под нож. Морковку кольцами, четвертинками, полукольцами мелко шинкуем лук, мелко шинкуем капусточку, картофель я так мелко тоже кубиками, крупной соломкой свеклу и даже тушенку рвем вилочкой. На этом подготовка заканчивается, мы переходим к самой готовке. Приступим, отправляем в чашу масло, лучок, морковку и свеклу. Все это на 15 минут на режиме жарко, каждые 2-3 минутки перемешивать. И морковка ушла. Хотите более зажаристое, делайте с открытой крышкой жарку. Более такую, скажем, тушеную. Так, жарко. Поехали. Через 15 минут мы переходим к шагу номер 2, он же последний. И отправляем, грубо говоря, все, что у нас осталось. И капусточку. И картофель, кипяток, ну желательно кипяток, томатная паста пошла, свекла, конечно, хорошо, но без томатной пасты. Сама тушенка и поперчить, посолить. Соли 3 чайные ложечки. Это у нас будет режим тушения 50 минут. В принципе, чуть-чуть размешаем. После того, как пройдут 50 минут, можно отправлять наш борщик в тарелку. Хотя можете еще дать так минут 10-15 ему настояться. Тут у нас и мяско, и овощи. Все на месте. И красиво, и ароматно, и вкусно будет. Просто отличный борщ, который готовится в два действия, при этом красивый, яркий, ароматный, самое главное, вкусный, а значит, приятного аппетита!